здравствуйте. Да. А здание суда вообще знаете, да, как съемка осуществляется? А как происходит? По разрешению председатель судьи, председатель суда. Просто так нельзя снимать здание суда. Нельзя, да? Ясно. Можно пресс-секретаря или у представителя связаться как-то? Нет. Административная процедура, пожалуйста. Это не административная процедура. Вы пришли, вы представили, что вы сотрудник интернет-портала. Я хочу увидеть подтверждение, что вы действительно являетесь сотрудником этого интернет-портала. Вы сейчас документы у меня спрашиваете. Они документы нужны? О том, что вы работаете в этом интернет-портале. Паспорт. Нет, у меня таких документов нет. Но вы же пришли ко мне не как частное лицо, вы же пришли как представитель. Нет, я к вам пришел как частное лицо. Тогда я не пойму, о чем у нас сейчас разговор. Я уж не задавал вопрос. Просто вы хотите интервьюировать меня, что ли, как сотрудника суда? Нет, меня интересует вопрос, почему в шортах, в пляжной обуви, почему сюда заходить нельзя? Потому что вы пришли в солидное, серьезное учреждение. Солидного учреждения. Вот смотрите, я вот где-то 3 часа назад я приходил, меня сюда не пропустили, я был в шортах, я не знал, что сюда нельзя заходить в шортах. Потратил 80 рублей на проезд, 2 трамвая, 2 маршрутки, 2 пересадки, 3 часа времени на работе были проблемы. Так а что это дает? Почему? Я не могу понять, почему. Для чего это нужно? Тут только солидные люди имеют право сюда проходить. Я не сказала, что солидные люди. Просто это, наверное, какие-то нормы поведения, этики. Если вы идете в учреждение государственное, то, соответственно, должны выглядеть, наверное, не так, как на пляже, в шортах, чтобы здесь присутствуют другие люди, как бы серьезные люди. Сюда приходят за серьезными какими-то решениями вопросов. И подобная, я не знаю, форма, как бы, наверное, неприемлема для такого учреждения. Если у вас есть какие-то вопросы, я вам предлагаю подняться в приемную нашего суда, пожалуйста, к исполняющему обязанности председателя суда. Возможно, он сможет ответить на все ваши вопросы, потому что то, что сейчас вы меня спрашиваете, это не входит в компетенцию пресс-секретаря. Ага. Хорошо. Как можно с ним связаться? Поднимайтесь, пожалуйста, в приемную, сообщите, что вы пришли, по какому вопросу. Там сидит помощник, там сидит секретарь. Исполняющего обязанности председателя. Все, спасибо большое. Я прошу разрешения на пресс-контакт. Вы мне его даете или отказываете? Выходите. Это жест, это значит, вы мне отказываете, правильно? Да.